петь или стишок? Деда Морозу на коленке сидим. Сотни хотят ко мне. Че, давайте начало вам, а потом припев. Не остаться в этой траве. Заходи и все. Заходит в улитка в бар. Тысяч на 20 тянет. На базаре оделся, как я. А дальше уже приват. Попка, конечно, заебись. Он бежит за мной. Вообще прям вырет черно. Давай. Не советую вам, я требую от вас подписаться на канал и поставить лайк на все видео. Надеюсь, мне не придется повторять. И, конечно, ни в коем случае не вздумайте забывать в комментариях. Это очень важно. Прошу вас, дорогие мои. Привет, друг. С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж. Все как всегда. И сегодня с тобой в эфире программа «Пой или рассказывай стихотворение и получай за это деньги». Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Случайно я заспамился и нашел двух игроков под ником «Ланский босс». Они проводили благотворительную, можно сказать, акцию, в котором предлагали игрокам рассказать стихотворение, либо спеть песню, и они за это получат бабки. Если ты расскажешь стих без интонации, 50 тысяч, с интонацией 75, а если споешь песенку, целых 150 тысяч рублей. Я решил это поснимать, и вышло немножечко угарного контента. Если вы заметили себя на видео, отметьтесь в комментарии, будет интересно почитать. Также хотел напомнить, если вы не играли на этом сервере, при регистрации вводите мой именной промокод Evan и получайте 50 тысяч рублей на свой баланс. В принципе, я все сказал, так что заряжайтесь позитивным настроением, и мы начинаем. Да что? Петь или стишок? Стишок какой? Стишок без интонации 50, с интонацией 70. Ну что, готовы переводить бабки? Давай. Как испечь большой пирог? Как связать святой носок? Кто даст правильный совет? Догадались или нет? Нету бабушки родней, поцелуй ее скорей. Браво, аплодисменты. Спасибо. Вроде 70. Сотку давай. За бабушку что, жалко тебе сотку или что? Я тут, бля, миску уронил с едой, блядь, пиздец. Так, пацаны, кольт за 70. Не, у него штука. Благодарю. Деда Морозу на коленке вышел сидим. Вышел заяц на крыльцо, пать через садик. Не, такое не... О чем стишок будем рассказывать? Давай о дедушке. Блять, дедушки такого нету. Давай. Сейчас, пацаны, подожди. Дай про Давидыча. Тут такое нельзя. Что так? Хороших стишков про Давидыча нету. Не понимаешь, это за песню, если все четко, ты споешь 150к сразу тебе. Если ноту не попал, то нам 150. Ой-ой-ой. Все, выходим. Я спою. Давай. О, петь собрал. Пацаны, заработать не хотите? Давай. Ну как громче, тебя плохо слышно. Да, погромче чуть-чуть. Эй, цепь на мне сыплавы, сутка тысяч на бакалавы, сотни су хотят ко мне, сотни су хотят ко мне, как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Пацаны, меня за авторские не забанят? Делай деньги. Вот так. Эй, бич в руках с пушки. С пушки? Че, как думаешь, какой самый популярный исполнитель будет сегодня? Вон он стоит. Морген. Пел бы кто-нибудь Цоя. Че, давайте начало вам, а потом припев. Давай. Да, но если четко споешь, этого достаточно будет. Если не четко, тогда все. Любое место на улице ждут от пиков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Бля, нормально поют, нормально. Солнечный день. В ослепительных снах группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Сколько сегодня авторских про... Не остаться в этой траве. В траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Ну, чё, всё, хватит или вам ещё надо что-то? Всё, короче, давай, пока. Как мы ещё раз так сделали? Заходи и всё. Куплет и припев.
Не, не помню. Пушкина помню, один первый куплет. Пушкина куплет. Вот он, наверное, там отжигал раньше. Смотри, уже двое распиваются. Заходит улитка в бар. Давай, давай. Подходит к бармену. Говорит, можно выпить? Бармен ее выкинул нахуй. Прошла неделя вторая. Заходит в бар и говорит, нахуй ты меня выкинул. Разрывная! Ну давай, либо споешь песню, либо стихотворение расскажешь, заработаешь денег. На небесном синем блюде, желтых туч медовый дым, грезит ночь, уснули люди, только я тоской томим. Облаками перелечен сад, дым, чекает год, за кольцами бедных трещин, тянет пальцы косогор. На потоке прячется завтра, четко затюкает вода, и из туч летит, как кажется, одинокая звезда. Я хотел бы, чтобы он били, вызвали только часа, и погибнуть вместе с ними, как дожанец. Пока ты рассказал, уже успел скачать игру на телефон и поиграться уже в нее. Так, 75 тысяч, давай что-нибудь предлагай. Вот, например, там джинсы выбрал, да, правой кнопкой... Ты танцевался. Продать игроку, выбираешь ник и ставишь цену. Мой ник Эван. Чё закидало, не понял. В смысле, подобрать же можно, я же здесь подбирал. Я нажимаю, но не подбирается, верните мне. Давай, распивайся. Два уже распелись, офнулись. Да. А может я еще и спою? А то мне дико нужно. Бульвар Депо, Friendly Fire. А пере... Power Food Love и каждый под хик-кик. Папа был прав, лав стал такой тактик. Наблюдал, как я стал такой практик. Смерть держит в когтях мой огромный майдик. Две сотни лет я уже выгляжу как мальчик. Лучше не продал, не было этим задачи. Нет, я на этот мир и все это разве иначе. Выпил таблетки, ищи меня в Кащенко. Кащенко, 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 Мани, Флип, Кащенко, Трапин, Аут за Кащенко, Бэй, Кащенко, Янг, Фрак, Ким, Кащенко. Нет, не прятаю в носке деньги в сумме от Сачи. Попробуй достать тебя, кинуть в черный ящик. Я плод куста, ищите меня, Кащенко, за мной бульвар, а, бля, это же я. Прихожу на рандом к тебе в гости, гандом на шинку, блочу на кораблю весь притон. Всему, потому что я торчу в дупло в голове, как ты мне абсолютно зло. Кащенко, 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 Поварфуф, Кащенко, бульвар, Кащенко, Трэппин, Аутфин, Кащенко, Маник, Вик, Кащенко, Бум, Блэм, Кащенко, Дел, это Кащенко, 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 я Кащенко, я Кащенко, я в Кащенко, я уже устал. Лукашенко? Я не помню, Лукашенко был или что? Да. У лукоморья дуб зеленый, бородает цепь над битом, и днем и ночью кот ученый, все ходит под цепи кругом, идет направо, песть заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, на неведанных дорожках следы неведанных друзей. Тысяч на 20 тянет. Да. Что я говорил, Есенина надо было. Есенина. Так в интернете бы загуглил. Че, пацаны, мы больше научили литературе в GTA 5, чем все учителя просто за 11 лет. Куда ты собрал? Да ничего не ешь, на базаре оделся, как я. На одной точке одеваемся. Тетя Тамары, блин. Пацаны, заработать не хотите? Легкие деньги до 150 тысяч. Кто блогеры? Вы что, приколисты, пацаны, или что? Вы решили на клоунов тут подработать? Ну нет, типа, новичкам предлагали легкие деньги. Легкие деньги. Ну, походу, клоуны распели. Ну, клоуны заработали, обезьяны нет. Давай, давай, предлагай. Мадами. Попка, конечно, заебись. Тихо. Да все, все, все. Что она? Таиланд нам запахло, ну нафиг. Здорово, здорово. Привет. Здорово, здорово. Заработать не хотите? Так, нам нужна девушка, девушка. Это девушка. Да. Вроде бы. Охуеть. Я потом мужик. Здорово, парень. Здорово. Заработать не хотите? А что делать надо? Короче, изи бабки. Либо 150 тысяч, либо там сколько, короче, сумеете. Рассказать стих, если рассказываете стих без интонации, там получите 50 тысяч, с интонацией 75 тысяч. А если еще споете песенку, там куплет и припев, получите 150 тысяч. Давай я. Песенку или стих? Так, музыку вырубаем, музыку. А у меня без музыки, мне заебись. Все. А в чем прикол? В чем подвох? Ни в чем. Слушай, Эван, да. Есть другое предложение. Давай, короче, я спародирую Зеленского, а ты мне 800 штук дашь.
Да не-не-не. А чё, можешь им голосом что-то сказать? Ну да, просто разговаривать с тобой его голосом. А ну скажи что-нибудь. А по приколу что-нибудь можешь сказать? Сказать. Вот смотрите, сейчас мы вчетвером стоим на берегу очень красивого озера, рыбачим, общаемся. Ребята, это отлично. Дружба народов-то очень хорошо. Ну, бля, поначалу не зашло, а потом да зашло. А скажи это, чтобы подписывались на канал, ставили лайки, писали комментарии. Гарант Конституции Украины. Не советую вам, я требую от вас подписаться на канал и поставить лайк на все видео. Надеюсь, мне не придется повторять. Еще за комментарии скажи. И, конечно, ни в коем случае не вздумайте забывать в комментариях, это очень важно. Прошу вас, дорогие мои. Хорош, спасибо. Нормально то. Спасибо, в карман не положишь деловое. Ну был бы ты Зеленском, я бы что-то положил. Доброго дня, скотыняка. Давай ему сало купим. Нет, подожди, скотыняка это уже Лешко едва. Дорогие друзья, чем вы разумеете, чем мы тут все собрались? Что-то уже нас угарное шоу в политику перешло немного. Да. Давай, МС По здесь. Не написано, сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках. Камни лежать или гореть звездой, звездой. Поток что-то. Ты что-то расплакался. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Короче, а дальше платно уже. А дальше уже приват. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. 2 hours later. В конкурсе решать. Рыв мятежный рассеял прежние мечты. Я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Душа настала пробуждение, и вот опять явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Не учили в школе перебивать нельзя, блин. Бля. Чё, ты спеть не хочешь? Я не. А стих рассказать? Не. Деньги вперед. Подожди, а где они? Съебались. Засветился на ютубе, блядь. Интервью дорого. Подожди, по факту, а где они? Что-то были, потом съебались куда-то. Перехотели бабки платить малому брату. Он бежит за мной! Он бежит за мной! Мы куда смотались с собой? Я бегу, он за мной бежит. И чё, догнал? Нет, я убежал. Через сколько тебе вернуть? Бля, ебать, публика. Фонарём нормально уебало. Заходит черепаха в бар, блядь. Бля, вот этот анекдот уже сегодня в третий раз слушаю. Бля, похуй. Слышь, давай, рассказывай дальше. Вообще прям варить чёрно. Давай. Занимается мужик с бабой сексом. А, это нет. Ну и короче, мужик такой спрашивает: любимая, а ты знал, что Эйфелева башня высота 327 метров? Нет, а, не знала. Босс не зайдет. А ты еще знала, что в Эйфелевой башне 3000 гаек использовано? Нет, не знала. Мила, ты у меня такой умный. Откуда ты это все знаешь? Да у тебя просто из жопы торчит газета. Травка? Такой видос вышел, надеюсь, вы орнули или себя увидели, вот. Было очень интересно вас заснять. Поставьте лайкос данному ролику, напишите комментарий, расскажите другу, помогите этот ролик вывести в топ, мне будет очень приятно. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. А, и не забывайте. Не советую вам, я требую от вас подписаться на канал и поставить лайк на все видео. Надеюсь, мне не придется повторять. И, конечно, ни в коем случае не вздумайте забывайте комментарии, это очень важно. Прошу вас, дорогие мои.